Приветики, с вами Мелис, и мы продолжаем играть House Builder Simulator. Тебе прошлый ролик очень понравился, я, конечно, удивилась, мне приятно, так что давай продолжать. Приятного тебе просмотра, приятного аппетита, не забудь свой царский лайк, мне будет очень-очень приятно, это поможет продвижению. Что ж, и я тебе объясню, это у нас симулятор строительства домов, начиная с первобытных времен. Самая первая серия была, как мы строили из... льда, дом, так сказать. Ну, не дом, ты понял, такой бунгало маленький. Ну, такой вот. Сферу, так сказать. И теперь мы идем к японскому саду. В прошлой серии мы построили дом траппера из бревен и досок полностью. Теперь у нас будет интересный японский дом. Уровень уже средний. Это уже будет посложнее, там что-то будет очень интересненькое. Так что поехали. Японский чайный. Измерительная лента, ей мы умеем пользоваться, правда? Загрузки здесь немного долгие, но мне интересно, что там будет. Я люблю сакуру, я люблю виды Японии и тому подобное, поэтому я очень жду многого от этого. И в дальнейшем мы перейдем к какому-то огромному замку, который будем строить. И у нас еще висит DLC-шка, которую мы с тобой не посмотрели, это средневековье. Но к ней мы сможем приступить после того, как построим как раз замок. Вау! Добро пожаловать назад. Климат здесь немного более дружелюбный, но культура более восточная. Вы узнаете о самых потрясающих методах строительства классической японской архитектуры. У этих домов свой характер. Удачи! Вау, смотри сколько... Алло, ты чё? Сейчас он, видимо, прогрузится. Подожди. Как тут красиво. Слушай, камера как будто плавная стала. Еще плавнее, чем была. Так, они от меня там что-то хотят, руки у меня потрясающие, мужчина у нас тоже крутой. О, у нас тут уже все сделано, прикольно. Не надо ничего добывать, что ли? Если ролик у нас получится длинный, строительство длинное, то мы с тобой это дело разделим на несколько роликов. Так, теперь поехали. На этом этапе вам нужно собрать камни для основы и поставить их на прозрачные места чертежа. Давай-ка. Давай-ка. Оп. Оп. Это мне надо зажать прям кнопку и вот перетаскивать. В каком-то Гаррис моде. И вот этих вот игрушках амнезии. Ну, короче, ты понял. На движке. Инди-игрушек. Которые раньше были. Я уже забыла, как он называется. Блин, я его давно, кстати, не видела. Движок. Если ты помнишь, напиши в комментариях, серьезно. Вот совсем из головы вылетело. Ой, там еще что-то снизу. Я камень потеряла. Вот. Оп. Готово. Готово. Сейчас, подожди, я хочу посмотреть, что здесь. Вау, а там кто-то сидит, что ли? Вау. Здравствуйте. Здравствуйте, а что у вас тут? Selling point. Ладно, я не знаю, что это. Мне это, скорее всего, пригодится. Пока трогать не буду. Возможно, это что-то продать. Блин, я не знаю, что это за пролаги. Качество ультра. Размытия нет, разрешение. Кстати, разрешение не мое стоит на минуточку. Просто что дает эти пролайги? О, плавность появилась еще больше. Так, слушай, дополнительно. Может, не стоит что-то? А, да, нет, все окей. Все, окей. Так, хорошо. Что это такое? Я первый раз это вижу. И как оно в камень вбилось, я не пойму. Серьезно, как это? Как это работает? Это как работает? Слушай, ты знаешь? Напиши в комментариях. Потому что это, естественно, первобытная японская архитектура. И у нас такого вообще сроду не было. В наших постройках. Поэтому даже понятия не имею, как оно вставилось в камень. Что это за дырочка, которую будешь что-то держать.
Это очень странно. Это очень интересно. Я теперь, знаешь, с каждым роликом все больше понимаю, для чего эта игра создалась. Не просто симулятор каких-то домов, а нам рассказывают, как в нынешние времена строили здания, архитектура разных национальностей, разных культур, получается. Так, использовать коня пилона. Ничего не поняла. Чтобы вставить балки, вы должны их приготовить сначала. Серые балки лежат рядом с пилочкой. Когда найдете их, подготовьте их на пилочке, затем установите их в чертеж. Помните, нажмите Z, чтобы использовать чувство. Чувство. У меня есть чувство. Прекрасно. Ага, сделались дырочки. Я подняла. Входит в другое место. Окей. Оп. Дырочки. Дырочки верхние. Оп, готово. Я могу просто вот так вот. Отлично. Вот. Это нижние дырочки. Это вот это. Вот так вот. Очень интересно. Слушай, это какой-то конструктор. Серьезно. Это какой-то конструктор. У нас такого не было. Ну, чтобы в наших домах был просто какой-то непонятный конструктор. Ну, это же держаться не будет. Это, ну смешно чуть-чуть. Как так? Так. Это какая-то доска. Не будем ее трогать. А, точно такая же. Ладно. Ой. Ой, переборщила. Переборщила. Так, хорошо. Последнее. Отлично. Ага. Время сборки подготовки элементов. Стоп, я теперь знаю, как строились те же дома в Цусиме в то время. Слушай, офигеть. Это самый бомбический ролик, слушай. Это для меня столько сейчас нового открыло. Я в шоке. Так, использовать чувства игрока. Окей. Есть... еще больше досок, которые поддерживают конструкции. Попробуйте найти их рядом с домом. Помните, что вы можете использовать свои чувства, если не знаете, что делать. Нажмите. Ага. Вот они. Да. Так, поехали. Оп. Сейчас пролагает. Окей, окей. Так, что это у нас такое? Вам нужно установить кронштейнные лестницы. Вы можете найти их рядом с домом, помните? Ага. Кронштейн-лестница. Ага. Кронштейн-лестница, офигеть. Как он вообще содержится? О, замерительная фигня. Резко досок пилой. Каких досок? Вот этой, да? А где как? Чем? Стоп, а где пила? Что, у меня ж пилы нет. А. Один восемьдесят пять. Давай-ка, нам нужно 1.85. А как? Почему она не помечается? Блин. Тогда у нас помечалось. Так, 1.85. Что за скилл?
Так, позволяет автоматически измерять доски, когда вы держите в руках различную пилу. Отлично. Оп. Кайф. Время строить пол вы можете найти рядом с серыми досками, готовыми к установке. О-о-о. И музыка, кстати, играет, тоже японская, такая прикольная. Ой, все по размеру сделано. Блин, мне вот эта серия больше всего нравится. Слушай, она моя любимая. Получается. Жаль, что я вот это не могу выкинуть теперь. Мешает, оно появляется само собой. А вот это, ну, дырка в пол. Я так понимаю. Это у них часто такое бывает. Может, еще там второй этаж будет у нас? Или нет, простой домик без второго этажа. Оп. Все. Готово. Это вот сюда оставляем. Нам нужно подготовить полотенце для печи. Подготовленный элемент должен лежать рядом в случае проблемы. А, это для печки. О. А, мы ее устанавливаем. Здесь печка будет. Ничего себе. Она не погорит, если там будет бревна. Она ж погорит. Время для сборки рейлингов. Используйте подготовленные элементы. Рейлинги. Рейлинги. Окей. Что это такое? Непонятно. Сейчас будем смотреть. Так. Так. Ага, еще и сверху. Оп. Так, что это такое? Время обрезки стенных досок. Вы можете найти их с помощью этого. Ага. Тик. Тик. Готово. Так, дальше что это? Время строительства балки стен. Перед вставкой их нужно подготовить. Возьмите серые балки со стожки, обработайте их на пилочке и установите чертежи. Окей. А, да, мне нужен другой материал. Окей. Так, хорошо. Чтоб не переборщить. Так, нужно еще один. И не та кнопка. Во. Готово. Ага, теперь мне их надо вкрутить. Офигеть, господи, как здесь все держится. Ну слушай, я бы сказала, что на хило держится, но если это так сделали, значит это довольно крепко. Вам потребуется вставить ламели вместо пустых стен. Ищите эти элементы рядом. Ламели. Офигеть. Вот это ламели. Как по мне, все тут одинаково. Ладно, не суть. Просто я не втыкаю. О, господи, какая-то круглая штука появилась. А это как? А это как? Ага. Углешок. Офигеть. Использование лестниц. Я что, лестницей не умею пользоваться, что ли? Так. Ага, нужно снова вот эти штуки. А? Два. И, стой,
сюда? А, еще сюда. Еще надо две. Окей. Я лестницу, кстати, так и не нашла. А, вот лестница. Оп. Это пока ты делается? Ну, пока ты делаешься, я могу поставить тебе. Естественно. Оп. Ай! Ай-яй-яй. Я ног засидела. Так, ну давай соберем. Реально. В то время просто какой-то конструктор, а не дома строились, получается. Я в шоке. На самом деле, вот это намного сложнее. Здесь надо измерять... И прям ровно все делать. Это размерные штуки, конструктор. Слушай, это не просто поставить балки, как мы в прошлой серии домик траппера делали. Мы там просто дерево нарубали, положили, ну вот тебе как бы и готово. А здесь, ты посмотри, это сколько надо вырезать такого всего. Это насколько аккуратная ручная работа, чтобы оно все идеально влезло и не ошибиться в этом. Это жесть. Это искусство, серьезно. Вторая колонна крыши. Как и раньше, вам нужно вставить ее из подготовленных блока на пилочке. Окей. Так. Дайте пройти. Так. Так. Окей. А теперь еще возьмем хоп. Оп. Оп. И еще одну возьмем. Оп. Так, это в руки мне. Это тоже в руки мне. Так, сюда. И вот сюда. Отлично. Готово. Угу. Я в шоке. А это что такое? Изогнутая балка из... Изогнутая балка из седара. Очень важный элемент японской архитектуры. А, если мне не хватает чего-то, я могу здесь докупить. Не, ну пока мне все хватает. Дальше, это что такое? Это что такое? Время для первых седаровых перегонов. Вы найдете их рядом с зданием. Ага. Хватило. Так, это что за штуки? Это у нас вот это вот. Оп. Я не упаду? Вроде не должна. Готово. О, теперь даже это надо вставлять. Офигеть. Ё-моё. Раньше был реально такой конструктор у них в Японии. Ну, а, наверное, все еще. Я в шоке, серьезно. И это очень классно, это круто, это очень сложно. А ты знал это? Напиши в комментариях. Ты с этим знаком?
что нам здесь надо, я не пойму. Подожди, что нам здесь надо? Вот это вот ставить? Вот это вот нам надо маленькое все. Это вот маленькое мне надо. Да легче на крышу залезть. Вот по крыше вот так вот пройтись. Оп, и все сделать. Так, для времени следующих перегородок каких-то вот. Ага. Вот они, перегородочки. Так, давай-ка. Не знаю, набрала кучу всего. Эти перегородки странные. Да и блин. И залезть-то. Оп. Как же сложно этим здесь заниматься. По крыше ходить. Именно. Так, хорошо, теперь наконец-таки крыша будет. Слава богу. Ого, так они ж коротенькие, они ж маленькие. Да, что-то здесь не сходится. Я взяла какие-то короткие, а в итоге они увеличились в размерах. Прикольно. В Японии всегда так. Вообще-то я думала, вот он размер домика, а у нас какой-то маленький получился очень. 2 квадратных метра. Так, давай-ка я возьму там коротенькие. Хватило. Надо еще сходить за ними. Для древесины купить его в порту. Древесины? А как мне в порту купить? Как мне ее купить в порту? Татами, маленькая треугольная хрень. О, тут можно даже декорации покупать. Блин. Что мне надо? Дай мне что-то, слушай. Чел, мне что-то да надо. Ну, дай, пожалуйста. Мне что-то надо. Я не понимаю, что мне надо. Какую-то штуку справа, вот видишь? Она какая-то больная. Вот это? Её мне надо? А где? А где?
Где? А где ты мне ее привез? А, вон там что-то есть все. Господи, ты что, угораешь? Вот эта тут маленькая штучка. Не, ну это походу не то, что мне надо. Вот я и не пойму, что мне надо. Пробуйте другой материал. Не то. Что мне надо? Это то, чего у меня нету. Что мне надо? Я не пойму. Это что-то, какие-то маленькие черепицы. Татами мат. Это не то. Шингл. Шингл? Мне надо шингл. Все, поехали. Отлично. Мне надо шингл как раз. 394 штуки надо. Оп. Ой, подожди, подожди. Что ты вот это меня выталкиваешь сразу-то, а? Оп. Так. Оп. Хотя бы она легко вот так вот наносится. Мне это нравится. Так, ультрабыстрая установка для японских шпингалетов. Краст. Бомба. Как это быстро. А мне надо еще заказать, получается. Мне надо еще шпингалетики. Оп, давай-ка ко мне на базу. Как же это теперь изичнее. Это изи просто. Во. А теперь еще вот тут. И мне, естественно, не хватает. Значит, еще примерно два раза надо заказать. Бай-бай. Нельзя поднимать больше. Окей. Ладно, нельзя так нельзя. А, тут чуть-чуть. Мне, наверное, даже этого хватит, походу. Да, мне этого даже хватит. Так, это другой материал. Мне нужна гребна крыши. Гребна крыши. Гребна крыши. Гребна крыши. Гребна крыши. Гребна крыши. Вот это, да? Поехали. Угловая штука. Оп. Тихо, тихо, чувак. Мне точно хочет сбросить с корабля. Оп. 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 Так, время для древесины верхнего гребна. Какого? Какого верхнего гребна? А! Вы можете купить ставни крыши в порту. Зачем? Они вон лежат. Зачем мне их покупать, если они вон лежат? Не буду их покупать. Я их просто сопру у того продавца. Что мне делать? Нечего покупать здесь.
Я еще вообще-то ему бесплатно уроки по строительству дома отдаю. Он мне еще должен. Пора вставить корзину из островов, которая заполняет и укрепляет пространство стен. Корзину можешь найти в порту. О, господи, думаю, сейчас разобьюсь. Оп-оп-оп, это все мое, чувак. Это все мое, даже не думай. Это мое. Ты мне еще должен. Какой маленький домик получается, я в шоке. О, как красиво. Капец, как прикольно. Impressive. Попробуйте другой материал. Возьмите мечети. Тут есть мечети? А, тут даже есть мечети. И что, мне на травы нарубать? Мне надо чуть травы рубить. Серьезно, я просто палки нарубала. Положите. А, мне это собрать еще все надо. Фига себе, блин. Что вы из меня какого-то раба делаете? Капец. Добавить ветки. Замазать это. Серьезно? Из глины? Из глины? Из глины? Это серьезно из глины делается? Да как? Она же мягкая. Как она будет, ну, держать все? Она же мягкая, очень сильно. Ну, это ж, ну, хотя нет, глина жесткая, бывает. Это если она мокрая, она мягкая, из нее можно лепить, а там она будет жесткая. Это еще те же времена, значит, все нормально. Окей, я просто протупила. Все верно. Так, что мне надо? Мне нужны что? Двери, стенные панели можно заказать в порту. Двери, стенные панели. Так. По идее, это двери. Стенные панели. Okay. Будем смотреть, что это значит. Ну, слушай, с дверями я переборщила, походу. Еще продать можно. Дверей слишком много я заказала. Мне это нужно всего. Всего вон сколько. 4. А, не, ну норм. Блин, ну иди отсюда нафиг. Туда иди. Вот. Закончилось? Закончилось. Окей. Так, оп, 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 оп. Все, отлично. Так, хорошо. Теперь мне нужен материал другой, бумага. Вася для стен не продается. Можно найти, создать в следующей инструкции лучшую проблему. Бум. Во. Палки собрать. Угу. Я
дальше затыкать. Ага. Глина. Глина, глина, глина. Ну это ж получается. Это ж глина, а не бумага, Васи. Бумага, Васи. Звучит-то как. Почему я сейчас из глины сделала бумагу? Мне кажется, где-то нас обманывают. Где-то обманывают. Как я из глины сейчас сделала бумагу? Ничего не понимаю. Так, хорошо, мне нужно мочить. А, не, я могу добавить ветки. Замазать это. Ветки у меня, оказывается, есть. Оп. Оп. Раз, два, три. Поехали. И вообще домик что-то маловат, вы не думаете? Маловат домик, маловат. Так, другой материал. Другой материал. Найти материалы. Вот они. Я уже думала, придется покупать их. Эти маты. Эти маты, перематы. Вот. Пора найти, купить специальный. Вот он, вот он. Оп. А все будет, сейчас все будет, сейчас поставлю. Что это такое? Время для разборки. Все, все закончилось? Все, мы с тобой построили этот домик. Конечно, много хлама вокруг, но ничего страшного. Кто-нибудь да уберет. Главное, что мы построили целый домик. Вообще-то я думала, что домик будет огромный, а не вот это вот 3 квадратных метра. Серьезно, зачем тогда в этом домике вот это вот пространство, если дом занимает 3 квадратных метра? Я не понимаю. Так что вот такие вот у нас делишки. Продолжаем. А на этом мы с тобой серию, естественно, закончим. И давай посмотрим, что у нас будет впереди за миссия. У нас там откроется. Это будет канадский дом. Прикольно. Так что вот такие вот делишки. Всё, спасибо тебе большое за просмотр, за твой лайкосик, комментарий. Не забудь нажать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. И подпишись, если ты все еще не подписан, потому что многие смотрят без подписочки и даже не ставят лайкосики. А я от этого сильно грущу. Так что все, все ссылочки в описании канала. И всем пока-пока.